Привет! Я пораньше приехала, уже приехали сразу. Тоже наши постоянные помощники. Наша постоянная помощница. Вот опять куча сумок. Я говорю, опять куча сумок. Ну, конечно. Я же за 100 километров еду. Ого. Вот нам привезли кучу полок из Икеа. Все уже в истории осталось. И плитку. Спасибо большое за помощь. Ну хорошо, ваши посылки. Можно? Давайте сюда. А почему нам надо давать пример молодежи? А как же? Вот Ирочка с женщиной тоже с посылками, подарками. Там типа прям кортик сидит. Ну кортик сидит пока есть, да. Хотя постоянно. А либо Микуль где-то. Широкие привезли. Постоянно, да? Да. Спасибо. Пока большое. Покажи. Спасибо большое. Достань. Вот такие бинты нам нужны, спасибо, друзья, большое. Пожалуйста. Да, вот такие широкие, размер даже. Вот, 10 на 16. Да, и на кошачий корм сейчас деньги не тратьте. Лучше щенячий, лучше только медикаменты, щенячий, да. Только щенячий. Нам подарок сделал фонд РУС. Много кошачьего корма. Okay. Ну вот. Как это не надо? Вы же... Складите здесь вот сбоку прям. Да, да, пока с краешку. Вот, спасибо огромное. Спасибо. Кофу Монжа привез мужчина. Не успели его снять. Самые красивые и счастливые люди должны быть. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. А что нам привезли? Покажи. Здрасте. Да. Наши тоже постоянные помощники. Здравствуйте всем. Не забывайте, пожалуйста, про приют. Хоть всем сейчас тяжело и трудно. Но дело в том, что животные, к сожалению, ни в чем не виноваты. Их нужно и кормить, их нужно и согревать, и все, и убирать, и платить зарплату работникам. Поэтому все, что можете, привозите. Один раз приехали, одно привезли, второй раз другое. Вы просите у соседей, знакомых, везде даже. Я вот не гнушаюсь ничем, и по объявлениям езжу, и собираю на улице везде. Хорошие вещи, вот смотрите. Спасибо везде. Большое, все да. Все плохое. Это шутка. Да, спасибо. Да, спасибо. Они такие плотные, на основе телогрейки сшиты. Вот, так что... Какая прелесть. Да. А главное, с теплом ваших рук. Спасибо, да. Денежки я перевожу, вот, а вот решила еще спасибо и сама большое. Что-то сделать. Вам спасибо вам огромное. Это старые простыни, я так поняла, да, нужны, да? Ну, вот нужны. На тряпки да, там или да, нет? Да, конечно, да, да, все надо, ага. Все надо. Так, вот, наверное, тряпки. А вот и подъехали наши постоянные помощники с полной машиной. Полной машиной подстилок. О-о, матрас. Куда мы его будем грузить? Ну, что делать? Значит, будем перегружать. Я здесь. Она такая плотная, на ней хорошо лежать будет. Слушай, матрас мне... Еще лучшее детям. Да, все лучшее детям. Вот матрас какой шикарный привезли. Иришка, отдай матрас мне. Все, все, все. Краски, подстилки. Уже грузим в мою машину. Все, четыре руки не успеваем. Ну, а это моя уже машина вот так загружена. Так что недалека поездка моя в приют. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо вам за помощь. Пожалуйста.
Вы уже тоже постоянные помощники стали, да? Да, не приезжаем, тебе помогаем. Спасибо вам огромное. Заместилась? Спасибо, что потратили время. Да ничего, немного времени. До свидания. До свидания. А уже битком. Еще новые помощники пришли. Давайте сейчас. Уже битком машина, поэтому... Или закрыли. Все. Платные штаны я обещала в конце зимы. Ой, отлично. Они абсолютно новые. Мои. Ватные штаны нам нужны. У нас мальчики такие стройные же, как и вы есть. Спасибо большое. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Чего я встала? Здравствуйте. Ну и хорошо. Я думала, ты фото уже делаешь. Сейчас и фото сделаю тоже. Подожди 2 секунды. Спасибо вам большое за регулярную, постоянную помощь, за участие в жизни приюта. Стараемся. Ну как же. Спасибо. Надо и кушать. Яна наша приехала, постоянная помощница. Дождь пошел. Да, у нас уже был такой дождик уже. Солнышко. Ой, кошмар какой-то. Мы до 3 стоим, 3 ну, нету это еще. Лень, это вот вам там сориентируйтесь, да. Вали, вам здесь вот спасибо это. Спасибо большое. Булочки, печенье. Спасибо, булочками каждый раз нас подкармливаете. Да, спасибо большое. Ну вот, с Киевского заехала к Татьяне еще. Как видите, да, она мне загрузила почти целую машину. Притом то, что у меня осталось от Киевского, мы выгрузили предварительно у меня в гараже. Не знаю, уже поместится оно сюда или нет. Знаете, а надо... вот эта Татьяна, которая да. заботливо мне наполняет машину. Да. Ну, спасибо, помогать, Танечка. Да. Ну, надо спасибо, помогать хвостикам, да. кто кроме нас-то вот именно. Жалко. Спасибо вам большое. Жалко. Как всегда, вы молодчина. Друзья, вот Инна передает помощь. Да иди, помощник, не стесняйся. Это ж как приятно, когда молодые люди участвуют в помощи бездомным животным. А как животным. Иначе? Мы иначе не умеем. Вот, целый мешок одеял, подушек и всякого полезного. Да, и там еще корм для собачек. И еще корм для собачек. Для щенков даже. Вот корм для щенков и для взрослых собак. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Удачной дороги. Спасибо. Валечку целуйте, обнимайте. Мы ее очень любим. Она ангел. Ну, она увидит это видео. Обязательно. Валечка. Надеюсь, увидится сама лично. Счастливый век. Мы побежали. До свидания. Всего доброго. Пашку, ну, плюс еще. Это которую я заказала, консерв, да? Вот консерв. Да, это Лариса. А вот это то, что я заказала. А еще мелкие есть. Еще мелкие вот это. Сейчас еще. Посылка от Алены. В коробке лекарства для кошек. 2 дубленки. Тут и много лекарств, и консерв. Упаковки несколько. Вот здесь кое-что от Киевского осталось. И огромная посылка от Олеси. Ведра вот есть. Ну, я их запаковала, чтобы они не тарахтели. Одеяло, лекарства там есть. Ну, много-много всякого полезного. Вот еще 2 15-килограммовых мешка корма забрала в Ховрино. Ну, все, сегодняшний день у меня удачно завершился. Сегодня привезли подстилки. Сделанные с любовью, руками и коврики вязаные для приюта от Ирины. 40 штук. А еще привезли 2 итальянских горшка для кошек домиками. Маленькие внутри там. Ну вот, это моя машина пока загружена вот так. Это называется пусто-пусто.
потому что вот нам отдают кучу лопат, грабли, а тут еще доски, вот пару мешков, ну да, еще вон мешки наверху. Посылки едут в приют. Все тут завалено. Почти вместе с передним сиденьем.